специи, я потом буду пересаживать вот такие горшочки. А то, что маленькие, они так вырастут и упадут, им будет неудобно. Семилетняя Альмена Гулицына выращивает дома перцы, огурцы и капусту. Овощи продает, а деньги тратит на благотворительность. Вместе с мамой Валентиной девочка помогает дому престарелых и пациентам отделения паллиативной помощи. Что такое болеть, Альмена, к сожалению, знает хорошо. Уже 4 года страдает от эпилептических припадков. Мы собирались в садик, как ни в чем не бывало. Ребенок сел, глаза стеклянные, резко так судорог. Я сначала думала, ну просто, видимо, ребенок подмерз утром. Ну, я отвела ребенка в садик. Но в садике история повторилась. Встревоженная мама отвела девочку в больницу. Пройдя все обследования, выяснили, у девочки эпилепсия. Во дворе родители сверстников запретили своим детям играть с Альменой. Раньше мы играли на другой площадке, и если у Альмены что-то проявилось, родители, даже не дети, а именно родители, говорят, что она дурочка, не надо с ней играть, что... И начали дети ее обзывать просто. Спустя несколько лет заболевание обострилось. Начались бесконечные головные боли. Девочку вновь отправили на обследование. Незнакомец, узнав о проблеме женщины в соцсетях, перечислил 65 тысяч рублей на углубленные процедуры. Выяснилось, Альмену спасали не от того. У девочки целиакия – генетическое заболевание желудочно-кишечного тракта. Сейчас ей ставят уколы, чтобы восстановить организм после длительного и, по сути, ненужного лечения. Альмена забывает о головных болях, когда занимается творчеством. Лев, ну, тигренок, ну, леопард, и там еще приездки леопарда. Выращенные Альменом овощи помогли заработать семье около 10 тысяч рублей. Причем цену на перец и томаты устанавливает сам покупатель. Часть денег пошло на обследование, остальные потратили на игрушки для нуждающихся. Перед Новым годом Альмена решила освоить валяние валенок. Мама Валентина изучила технологию в интернете, а затем показала дочери. Первая партия уже забронирована. Несколько пар девочка подарила доктору Жене, который лечит бездомных. Остальные заберет постоянный покупатель. Ну, во-первых, я как бы уважаю маленьких детей, которые пытаются что-то сделать. И, во-вторых, я с ними очень давно работаю, закупаю у них семена, как бы цветы. Возможно, такая благотворительность поможет семилетней Альмене избавиться от болезней и сделает мир вокруг немного светлее. Вячеслав Ватутин, СТС Челябинск.